Посол России в США Антонов заявил, что скреп державе и Соединенным Штатам нужно не ссориться, а совместно решать проблемы. Ух ты! А я, например, не знал, что мы с американцами поссорились. Ну, вот я точно не ссорился. Может, кто-то из вас, ребят, вы тоже не ссорились? А, тут же, скорее всего, речь о том, как глава Белого дома в Вашингтоне пару недель назад продемонстрировал свое неуважительное отношение к московскому царю, да. Но при чем тут Россия, я имею в виду в этом конкретном случае, давайте объективно. Байден ведь высказался по поводу конкретного человека. Сказал, что думает об отдельно взятом гражданине, у которого, кстати, есть фамилия, имя и отчество. Насчет России и россиян дядюшка Джо ничего такого не говорил, пруфы, да пожалуйста. Владимир Путин, you think he's a killer? Mm-hmm. I do. Более того, там имел место момент, который пропагандисты почему-то упустили из виду и не замечают по сей день, там же, дальше. В этом же интервью американский президент сказал, что продолжит взаимодействие с нашей страной по ключевым направлениям, давайте процитирую. Есть сферы, где сотрудничать в наших интересах, поэтому я, например, продлил договор по СНВ, это в интересах всего человечества, чтобы снизить вероятность обмена ядерными ударами. Странно, почему халуи первого после Бога об этом-то промолчали, тьфу ты. До меня дошло наконец, Ваниш, нужно продолжать вбивать в его пустую голову старую добрую сказку «Кругом враги», которые лично ему, Ване, зла желают. Собаки еще так натаскивают, чтобы злее становились, но мы-то не собаки, хотя наблюдаю иной раз за ура патриотами и начинаю воном сомневаться. Погнали! Еще вопрос, а вы тоже не в курсе, о каких совместных с американцами проблемах, требующих совместного разрешения, говорил господин Антонов в принципе. Ну, то таких, чтобы и меня касались, и условного Джека из Техаса. Может быть, 80% граждан США тоже за чертой бедности пребывают, от зарплаты до зарплаты живут? Нет. А может, у американцев, как и у нас, правители тоже украли пенсии? Тоже нет. Тогда, возможно, вместо помощи в тяжелый для страны момент в период пандемии американские власти кинули своих соотечественников, ага, и вместо денег из фонда национального благосостояния, который все вместе формировали на черный день, предложили отца свой посидеть дома за свой счет, зато на те банки бабки банк купили. Посол Антонов об этих общих проблемах или... Нет времени ссориться, надо делать конкретные дела. Бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много. Друзья, просто хочу сейчас отвлечься и задать простой вопрос. Вам не надоели эти вечные бредни про какие-то вызовы, про угрозы, которым необходимо противостоять? Не устали еще от этой чуши? Вы знаете, мне 40 лет, даже уже за 40. Всю свою сознательную жизнь я слышу подобную бредятину. Саша, надо немного потерпеть. Вокруг тьма и атмосфера недоброжелательности. Тучи над нами сгущаются. Будь готов отразить атаку. Я такое слышал, когда был совсем ребенком. Тогда Союз еще находился на грани развала и развалился в конце концов. Затем то же самое мне дули в уши все последующее десятилетие. Сейчас это время называют лихими 90-ми. После. Случилось пришествие Владимира Путина, и мы 21 год вместе со страной поднимались с колен. Вот только когда думали, все, уже поднялись, казалось... Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас нужно еще потерпеть. А самое смешное, что о необходимости противостоять невзгодам я слышу от таких вот Антоновых, которые в принципе с невзгодами-то не сталкиваются. Они всегда в шоколаде, потому что при должностях, при деньгах, в роскоши им и кризис не кризис, и пандемия не пандемия. Единственное, чего такие люди опасаются, ну это имхо, что за задницу могут взять, и тогда их сытой и размеренной жизни придет конец. Я вот об этом говорю, мне это надоело, а вам? Это реальная журналистика, такая сегодня философская программа вырисовывается. Поехали!
В продолжение уже начатого, хочу вам сейчас показать 3 скриншота из официальных российских СМИ. Все скриншоты сделаны в разные годы, но все об одном и том же. Итак, первый пошел. Публикация 20 июня 2018 года. Счетная палата выявила в Роскосмосе нарушение на сумму в 760 миллиардов рублей. Ух ты! Скриншот номер 2 вашему вниманию. Это публикация уже от 29 мая 2019, то есть через год была сделана. Читаем. Счетная палата выявила в Роскосмосе нарушение на сумму в 50 миллиардов рублей. Слушайте, стабильность, однако. Следующий больной, я еще не закончил. Скриншот номер 3 датирован 23 марта 2021 года, ну то есть совсем свеженький. Начинаем вникать. Счетная палата выявила в Роскосмосе нарушение на сумму в 30 миллиардов рублей. Твою мать, мне одному кажется, или какая-то нехорошая тенденция в рогозинском ведомстве наметилась. Каждый год там разворовывают или тратят не туда десятки и даже сотни миллиардов рублей. Миллиардов, ребята, не миллионов. А Димке Батутному хоть бы хны. Причем все в курсах о коррупции во всех смыслах космической. В общем, все об этом знают, включая царя-батюшку. 100 раз сказано было, прозрачно, работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически тоже носит общенациональный характер. Нет. Воруют сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. И вот вы знаете, при советской власти такого Рогозина к стенке бы поставили еще в 18-м, не дожидаясь даже первой публикации. А что у Владимира Прорывного? Да ничего. Человек продолжает приносить пользу родине на ответственном посту. Деньги продолжают исчезать в неизвестном направлении, причем с вагонами. Мы с вами шутить даже по этому поводу научились. Вот мем из интернета. Кто-то поставил все 3 вот этих вот скриншота рядом и дописал. Ну, Рогозин же потихонечку с коррупцией борется. Результат налицо. Что еще? Ах, да. Ответственность за любые проколы в батутной конторе всегда почему-то несут стрелочники. Не обратили внимания? Уборщики, уборщицы, стражи, а случайные прохожие зато. Во сне ватники вместе с пропагандистами клеймят Маска, да искренне радуются, скажем, тому, что Дмитрий Олегович песней увлекся. Дмитрий Рогозин в новом амплуа песни на его стихи опубликовали в Роскосмосе. Сайт госкорпорации такого не выдержал и лег из-за наплыва посетителей, которые полезли послушать. Все уже починили. В специальном разделе можно скачать и прослушать онлайн несколько песен, в том числе под названием «Рвем небо мы в клочья», «Над землей летит корабль», «Не стреляй» и даже посмотреть видеоклипы. А если серьезно, слушайте, почти триллион денег за последние 3 года в том Роскосмосе растворился. Триллион, блин. Многие из нас до стальки даже досчитать не сумеют. Ответить-то кто-то должен. Проблемы нам с американцами какие-то нужно решать по Антонову. Да у нас своих геморроев на 100 лет вперед припасено. Безо всяких американских трагедий разгребать и разгребать. Кстати, Рогозин не единственный герой среди путинских чиновников, которые народные накопления тоннами в мусорное ведро спускают. Интересные расчеты представили в конце прошлой недели на суд россиян господа, близкие к «Газпрому». Расчеты по одному из проектов века, что в данный момент реализуют кремлевские старцы-сотоварищи «Сила Сибири». Проект называется так вот. Оказалось, что в строительство газопровода в общей сложности мы с вами вломили более 100 миллиардов долларов. Ну там плюс-минус, а теперь главное. Для того, чтобы СС, в смысле «Сила Сибири», себя окупила, газ, который бежит по трубе в Китай, должен стоить под 300 долларов за 1000 кубометров. А Россия сейчас продает голубое топливо в Поднебесную за 118. И стоимость вряд ли изменится в сторону увеличения. Вопрос.
Кто-нибудь может грамотно сказать, как это называется? Да, в принципе, я могу. Воровство и вредительство, и не надо закатывать глаза. Нести ахинею про мы не предполагали воровство, вредительство и абсолютная некомпетентность. Вот так. Кто как обзывается, тот так и называется. Все, не могу больше этот бред комментировать. Давайте на сегодня разбегаться. Буду признателен, если покажете данный выпуск ватным патриотам, а это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете, подписывайтесь. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем, обсудим, а я за сим. Спешу откланяться пока. Пока!